Розумний фітнес – так називають розгалудження ходу його засновники. Зараз ми зможемо познайомити вас з тими людьми, які справді у цій справі вже фахівці. До нашої студії прийшла Інеса Будко, провідна інструкторка Федерації ходу «Україна» і Вікторія Лебідь, практична користувачка комплексу вправ з ходу. Рада вас бачити у нашій студії. Добрий день. І скажіть, будь ласка, от насправді, що ж таке ходу? Всі чули, це вже є на слуху, але мало хто знає, що ж це таке. Ходу – це унікальна технологія. Технология, состоящая из комплексов упражнений для максимальной проработки всего нашего тела. Что это значит? Во-первых, название ходу. Ходу – это название той области в Грузии, того населенного пункта, где родился автор гимнастики – ходу Звиатарабули. Он начал создавать ее 30 лет назад, и вот за 30 лет это сложилось в такой устроенный комплекс упражнений, очень логически правильно простроенный, который постепенно стал, в общем-то, одним из направлений фитнеса, ну вот в нашем исполнении, в нашем понимании, потому что ходу – это технология, которая изначально задумывалась для оздоровления опорно-двигательного аппарата. Но вот как, например, пилатес, да, со временем стало направлением фитнеса, точно так же и ходу. Вот я его увидела так, как разумный умный фитнес. Почему? Потому что это единственная технология, и я утверждаю это однозначно, которая задействует практически 100% нашего мышечного ресурса. Ни одна другая физическая практика не может этим похвастаться, потому что вот все наше тело должно работать. Принцип ходу основывается на том, что у нас нету ненужных или запасных частей. У нас нету ненужных пальцев или стоп, или, например, мимических мышц, работать должно все. Поэтому вот в этом уникальность именно технологии, ну, такая базовая уникальность. Ну, ви теж розробили комплекс вправ, ви його дуже непогано започаткували у нашому місті, і є ще розгалудження в інших містах, тобто ми насправді розуміємо, що ось та система комплексу вправ, вона пропрацьована, і вона вже зараз закріплена, люди з вдячністю використовують її, і вже є такі люди, які можуть похвалитися своїми результатами. Так, ось пані Вікторія, я думаю, що так якраз ви на собі, на своєму прикладі вже зрозуміли, що це таке. Вам не складно було виконувати весь цей комплекс вправ? Ну, я скажу, что фитнесом мы, собственно, с Инессой познакомились, начиная там, лет 25 назад в спортивной студии начали заниматься степом. Степ-аэробика, и пошло. То есть мы ходили в очень многие направления. И, ну, скажем так, у меня спортивная травма позвоночника, поэтому с годами это начало давать свои отрицательные... А каким спортом вы занимались? Фигурное катание. То есть падание на лед не прошло даром. Вот. Ну, остановилась на плавании, ну, хорошая история, но настолько скучная, что я не смогла этим долго заниматься. И когда Инесса вот узнала это и говорит, я узнала очень хорошую практику, приходи, попробуем. Сначала было непривычно. Просто непривычные упражнения, несложные, но непривычные. А чем они незвычные? Просто цікаво. Необычные тем, что нужно было, это работа внутренняя. То есть внешне, когда я посмотрела, думаю, что-то такое делается непонятное. Но поскольку я всегда доверяла Инессе, она говорит, пробуй. И я поняла, вот чем дальше я этим занималась, тем я больше понимала, что нужно внутри себя делать, какие ну, мышцы нужно задействовать для того, чтобы больше и больше эти упражнения работали. Так, ну это тогда уже треба дізнаватися больше, мабуть, пані Інесе, вы нам расскажете. Так, что ж вона в себе включает, чему треба пропрацьовувати. Это настолько внутренняя работа, что вот иногда показываю, я просто настолько фанатик, что я всем рассказываю. И мне говорят, мы заглянули. Заглянули, но не поняли.
И я начинаю вот рассказывать, что это внутри. Ну вот, Неса. Ну, начнем с того, что у нас мускулатура делится на многие-многие группы. Ну, там есть, например, мышцы-стабилизаторы, мышцы-антагонисты, мышцы-синергисты. А вот ходу, в первую очередь, классифицируют мускулатуру на внутреннюю и внешнюю. То есть вот внешняя наша мускулатура – это то, чем мы работаем обычно. И, как правило, это именно та целевая мышечная группа, на которую направлены основные вот такие вот популярные виды фитнеса. Там 90-60-90, работа в тренажерном зале. То есть это та крупная мускулатура, которая формирует наше тело. Это очень здорово работать с этими мышцами, это все прекрасно. Но они, как правило, и развиты больше в нашем теле. А вот практически половина мышц у нас находится внутри нашего тела. Это та мускулатура, которая удерживает. Это околокостные, это околосуставные мышцы, это мышцы, которые маленькими ладошками держат наш позвоночник. Это мимические мышцы лица, это глазные мышцы, это подъязычные мышцы, это мелкая моторика пальцев рук и ног, то есть то, что вот работает внутри мелко. И, как правило, на вот эти группы мышц не обращается внимания вообще. Вот вы вспомните, в какой так, физической практике справа, работают эти мышцы. И вот уникальность ходу вот именно этой системы, созданной Звядом, в том, чтобы за один час успеть проработать весь наш мышечный ресурс. Внутренний. Внутренний и внешний. А, и внутренний. Потому и что мы не делим, вот наше тело не делится на части. Это комплексная, это целостная система, которая работает хорошо только тогда, когда все работает в комплексе эффективно. То есть мы не можем надеяться на то, что у нас будет здоровый позвоночник или красивая тонкая талия, подтянутый живот, стройные ноги, красивое лицо, если мы будем работать этими отдельными частями. Мы должны работать всем нашим телом. А як тоді харчування? От я перепрошую, тому що тільки що ми говорили, теж була у нас фітнес-інструкторка, вона казала, що от харчування спочатку, так? Спочатку харчування і потім додаємо до нього вже вправи, фітнес-вправи. От як ви до цього ставитесь? Чи потрібно? В обратному направлении. Навпаки, спочатку це, а потім харчування. Я вважаю і абсолютно согласна з автором гімнастики, і к этому мене подвигает мой 35-летний опыт в фитнесе, в том, что что бы мы ни ели, вот полезное, нужное, если оно не востребовано мускулатурой, это бесполезно. Объясню, почему. Существует такое понятие, вот, кстати, вот в этой книге здесь есть вся вот эта вот теория, на которой базируется наша практика, потому что практика, она всегда должна быть подкреплена еще какими-то опытными исследованиями и так далее. Вот существует такое понятие, как пирамида здоровья. Вот ходу рассматривает наше тело, все, что у нас есть внутри. Да, мы покажем. Мы зараз покажемо. Покажем. Да. Покажемо, бо це справді та література, яка повинна, мабуть, бути, тому що люди, які займаються... Это для всех. Люди, які займаються будь-якою справою, а особливо, якщо вони пішли на тренування, вони повинні розуміти, що, звідки абсолютно береться, да, як влаштований наш організм і на що потрібно звертати особливу увагу. Ось тут якраз, мабуть, все це і прописано. І, ну, і от видно, що автор теж, мабуть, все це пропрацював сам на собі, бо дуже непогано виглядає, так, і так, як і всі, мабуть, да, хто займається. Занимаются этой справой, так? Так, само так. И я вот возвращаюсь к вопросу о питании, тогда продолжу. Если можно показать слайд, есть так, слайд у нас, да? У нас три фото. Пирамида так, здоровья. У нас вот есть там, три фото, значит, мы зараз подивимось на них. Чтобы это было наглядно. Вот. Так. То есть мы вот возьмем организм человека и разделим его на три большие группы. Вот в нижней части, в основании пирамиды, лежит опорно-двигательный аппарат. То есть это все то, чем снабдила нас природа, наши мышцы, наши кости, связки, вот все, что, собственно, и составляет наше тело. Следующая оранжевая полосочка – это органы обмена веществ. То есть то, что у нас находится внутри, дыхательная система, пищеварительная, выделительная и так далее. Вот все наши внутренние, так сказать, ливер – это то, что работает на обслуживание опорно-двигательного аппарата. Сверху всем этим руководит нервная система. Есть еще маленькая прослоечка, которой нету в этой пирамиде, но мы ее должны учитывать. Это гормональная система. И вот
задумаемся просто, пройдем, как это в фильме, простым логическим путем. Если плохо работает опорно-двигательный аппарат, а что значит плохо? Какие-то мышцы не задействованы, потому что мы со временем утрачиваем необходимость активного движения. Вот дети, если они двигаются постоянно активно, молодежь пляшет, танцует, тусуется где-то, то человек с возрастом, он входит в зону комфорта, и постепенно у него, значит, какие-то функции организма начинают просто быть невостребованными. А, соответственно, те мышцы, которые этим, за это отвечают, они тоже начинают засыпать. Ну, це ж не від того, що він просто пішов на пенсію і почав сидіти вдома, ні? Это просто це от того, що, ну, это все, это идет постепенно. Да, угу. Постепенно, не сразу. І вот эти спящие мышцы, они практически исключаются из обмена веществ, потому что природа устроена так, устроила человека так, что то, что не затребовано, оно постепенно умирает. Якщо згідно вашої теорії, згідно того, що ви сказали, людина, яка буде постійно в русі, яка постійно буде працювати над собою, буде харчувати, ну так скажімо, в лапках свої м'язи, вона буде довго жити. В постійному ресурсі. Вона постійно буде в русі. Правильно? Да. От іменно работающие мышцы, они просят питання. Неработающие, они не нужны. Їх кормить не нужно. Просто зачем организму тратить энергию, чтобы кормить ненужные части тела. И чем больше этих частей тела становится, тем, соответственно, человек быстрее стареет. То есть это накапливается постепенно и вдруг лавинообразно реализуется в нашей жизни. Это происходит постепенно, незаметно и в один миг. Поэтому, чтобы накормить мускулатуру, ее нужно задействовать в работу. Ее нужно хорошенько проработать на тренировке, на правильной тренировке и правильно покормить. Покормить чем? Строительным материалом. Обязательно белковая пища, обязательно коллагеносодержащие продукты, потому что они входят в состав. Но это вот все, что девчонки обычно говорят, фу, я это не ем. А это вот шкурочки, свяжечки, это вот жирки, это вот соединительная ткань, которая находится в мясных продуктах, в рыбе, в птице. Угу. То есть уже понятно, что это было, в общем-то, ну такое неправильный путь человечества в обезжиривание, в питаемся только куриной грудкой. Это очень этого не хватает. А этого вы бачите, мало. От наскільки животный зараз колаген. Багато з'являється вже інших підходів, вже після того, тих 50 років, коли ми на своїх помилках вже загострили увагу, тепер тільки ми починаємо говорити абсолютно вже про інше. Ну, мені повезло, у мене просто дуже хороша інтуїція. Поэтому, когда вот 35 лет назад это все начиналось, вот эти вот теории обезжиривания, всего этого не едим желтки в яйцах, делаем белковое омлеты, я занимаюсь спортом, я это все как-то через себя пропускаю, ну, наверное, образование мое помогает, потому что у меня высшее образование в области питания. Вот. И я этого никогда не делала, поэтому мне это всегда помогало сохранять очень ресурсную мускулатуру, мне это помогало всегда удерживать свой связочный аппарат в рабочем состоянии, в хорошем. И таким образом я могу... И я даю сейчас это людям разнообразные направления фитнеса. То есть ходу силовая гимнастика, готовящая организм к работе, а все остальные наши 7 направлений – это то, что еще раскрывает возможности. Вы еще сегодня обещали показать нам несколько вправ. Я просто дивлюсь, переживаю, что часу что не так успеем. Багато. И дуже хочется подивитись. Много информации. Так, дуже багато всего мы дізналися, але хочется еще и для себя сделать висновок в таких практичных вправах, і щоб наші глядачі теж повторювали за вами, і, можливо, комусь це допоможе. Якщо люди в офісі сидять цілий день на роботі зранку і до вечора, то, мабуть, вони не дуже себе добре почувають. Однозначно. Що ви порекомендуєте? Може, ми за вами зараз спробуємо повторити? Ну, давайте попробуємо. Я зроблю небольшой такой коротенький комплекс, который, в принципі, если люди посмотрят и запомнят, или, может быть, где-то еще раз повторят, посмотрят, он всегда поможет держать свой позвоночник в порядке. Потому что сразу скажу быстренько, что к нам приходят в первую очередь те,
а это практически все, я не знаю, людей, ну, у вот, кого бачите. Не болит спина, все приходят с больными спинами, шеями, поясницами, плечами и так далее. Если не болит, то что-то здесь там заважает, дискомфортно. Так. Мы поработали, мы позанимались, все, можно идти дальше, заниматься любимыми видами фитнеса, ну, в общем-то, и полноценно жить. И вот я сейчас немножко поудобнее сяду, потому что есть упражнения, которые можно интерпретировать даже в таком вот положении сидя. Людина сидит за комп'ютером так, щоб вона і не вставала, а щось могла там зробити. Так. Да. Вот у нас чаще всего, что больше всего страдает? Шея. Шея. Правильно? Да. Шейный отдел. А это всегда, это значит проблемы со зрением, слухом, это ухудшение состояния кожи, это ухудшение состояния волос и так далее. Почему? Потому что человек неправильно спит, сидит вот с гаджетами, смотрит в одно место. Ось так, весь час, и бедные дети сидят, вот ось так, наши... весь час с телефонами. Так. Да. Поэтому нужно размять шею. И каждый пытается что-то сделать, дернуть головой, там как-то повернуть. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что шея – это только отдел позвоночника, причем самый маленький, самый коротенький. Для того, чтобы убрать вот этот зажим, блок и неприятные ощущения, нужно поработать всем позвоночником. Угу. То есть вот мы садимся, например, расставляем параллельно стопы, можно положить ладошки на бедра, и нам нужно сделать прогиб в спине, толкнув грудную клетку вперед, хорошенько собираем лопаточки и прогибаемся в поясничном отделе и максимально потянуться спиной назад. Держимся за коленки, тянем я себя вперед. Да, ага. Тянем себя вперед, грудью. Ноги параллельно. И назад на выдох. Так. Работаем. Еще два разика вдох. Два раза. И выдох. Головку не опускаем. Еще хорошенько потянулись вдох. Виктория, вы тоже за нами повторите. Хорошо. Если, разом робимо вправи, если позволяет место, можем положить ладошки на затылок и сделать прогиб, сводя лопатками вдох и не опуская голову, потянуть локти вперед, лопатки назад, выдох. Еще давайте три разика, девушки, сделаем. Выдох. И обовязково треба, чтобы за нами тоже повторювали, бо все уже застегнулись. Спинку, хорошо. Последний разок делаем вдох и выдох. Мы уже почувствовали, что мы растянули немножечко мышцы дуже спины. Дуже добре. Вот, теперь нам нужно немножко подкачать кровь и лимфу вверх. Вот здесь у нас находятся два больших тазобедренных лимфатических узла и под ребрами. И для этого мы попробуем поднять грудную клетку на выдох. Опускаем грудь, вдох. И поднимаем вверх, выдох. И еще вдох. И создается такой насос. У нас поднимается лимфа вверх, улучшается кровоток. И еще три разика. Выдох. Осталось два. Тянем вверх. Последний разочек. Хорошо, отлично. А теперь немножечко увели плечи назад и поработаем нижней частью живота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всем хорошо. Ладошки на бедрах. И мы делаем уже упражнение, непосредственно подводящее нас к шее. Натягиваем вот эту вот мышцу, которая называется платизма. Вот сделаем некрасивые девушки, не стесняемся жилки вот здесь. Красиво будет в жизни. Да. Вот так? Такая некрасивая так? Шея ящерицы. И вращаем назад плечиками. Ага, шею тримаем. Да. Вот этот вот блок, напряженные мышцы. А складно так тримати шею и руки назад. А теперь вперед. Поехали вперед. Раз, два. Давайте еще сделаем два проворотика. Шейку держим. И назад вперед. Раз, два. Через верх. Назад. Вперед. Последний разочек, а теперь заводим лопатки назад и садимся на ладошки. Зафиксировали, шейку проверили, и вы, внимание, вот теперь начинается непосредственная работа шеи с ровной спиной. Поднимаем головку вверх, вдох, и тянем вниз, выдох. И представляем, как будто у нас вот здесь под подбородочком какое-то препятствие. Но я говорю обычно на тренировке, девочки, острый нож под горлом, и все сразу начинают вот так вот так тянуть. И еще давайте два раза, девушки. Последний разок. Хорошо, потеплело. А теперь толкаем голову вперед и тянемся межбровьем. Не носиком, а бровями. Раз, два. Вот там, где индианки рисуют точечку. Еще два. Последний разок. Хорошо. И потянули черепаха. Вперед, вдох, назад, выдох. Вдох, назад, выдох. Последние два разика. И самый последний. И вот вытяжение вниз. Мы всегда под углом работаем только после того,
носиком в пол тянемся, как мы растянули параллельно поверхности пола. Хорошо, отлично. Подняли макушечку вверх, подбородок прижали в яремную ямочку. И вот таким движением разработали задние мышцы, которые у нас от лопатки идут до затылка. Ось воно тепер відчувається, да. Зрозуміло. І держим шийку впереді. А давайте по два разика сделаем. Раз, два. Я, конечно, увлеклась, мені нужно всегда зв'язувати. Ну, я думаю, що це буде остання вправа. Да. Ну, і тогда мы сделаем растяжку. Берем вот таким образом, захватываем ладошки, положили себе на грудь и растянули спинку, сделали выдох. А спина может быть круглой, так? Должна быть. Круглой. Выпрямились, поменяли захват ладошек. То есть вот таким образом кладем себе сначала на грудь, на животик, делаем выдох. И финальное в этом моменте. Ладошки пальцами широко на затылок, большими подпираем себя под скулу, вот таким образом. Так. Как будто ложимся на подушку с ровной спиной и, толкая четырьмя пальчиками голову вперед, над большими пальцами провернули, сделали выдох. Еще разочек назад вдох и потянули выдох. Вот только в таком режимі ви дадите шиї пользу. Так, як ми класно розім'яли шию. Да. Я вам дуже дякую, пані Інесо. Я думаю, що ті люди, які зараз повторювали за нами, то вже ніякого навантаження не відчують і будуть працювати до вечора з легкістю. Однозначно. Будуть себе дуже добре почувати. У них улучшиться зріння, у них улучшиться когнітивні способності. І кожного дня це треба робити, так? Шия буде рівною, буде класною, спина. Ну, звісно, краще всього в залі. Понятное дело, потому что часовой комплекс это гораздо так, больше. Звичайно, хочу краще. Выпить ваш фреш. Будь ласка, пригощайтесь, будь ласка, пані Вікторія. Знаете, что хочу добавить? Что несмотря на то, что вот мы в зале тренируемся час, и иногда приходишь на тренировку уставший, потому что ты там еще не выспался, еще не вошел в какой-то свой режим. После тренировки ты выходишь, как будто у тебя крылья за спиной. Це Силы правда. Прибавляются, несмотря на то, что ты час провел в тренировке. Так. То есть бежишь по своим делам. Так, да. Щоб всі були здорові, щоб мали силу і енергію. Дуже дякую Спасибо. Вам. Приходьте ще до нашої студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин.